Татьяна, здравствуйте. Вы сегодня выступали на российском форуме маркетинга. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях, немного о себе и о той теме, с которой вы выступали. Да, я представляю группу компании Red Service Moyo Video. Мы занимаемся размещениями видеорекламы. Сегодня мне хотелось рассказать всем участникам, которые пришли за какими-то новинками, за какими-то фишечками, о том, как надо сеять видео, какие нужно использовать инструменты и как сделать так, чтобы вы были самыми классными маркетологами в компании. Спасибо, очень интересная тема. Скажите, пожалуйста, можно вам задать еще пару вопросов? Какие тренды вообще в видеоблогинге, ну, вообще в рекламе, в видеорекламе вы видите на 2018 год? Может быть, какая-то обработка видео суперинтересная или какие-то тематики? На самом деле, видео, оно само сейчас, это как самый главный тренд, хайп сезона. А в 2018 году лично мы для своей компании ставим задачу совместить видеорекламу как бренд-стратегию с перформанс-маркетингом, которая будет дополнять все инструментарии и решать основные задачи для наших клиентов. Вы, наверное, часто работаете с блогерами, ну, насколько я понимаю. В том числе. Вот у меня был опыт работы тоже, скажем так, с компанией. Возможно, вы знаете эту компанию, он сейчас из головы вылетел. Это одна из самых больших лидер мнений. Mm-hmm. Вот, и ребята, ну, как правило, наверное, нужно будет вырезать, но там они, как правило, не обещают результатов каких-то, потому что очень странно всегда с блогером, не знаешь, зайдет или не зайдет. И вот сложно вычислять вообще какие-либо результаты. Вот вы как-то... Вы хотите это в перформанс привести, то есть вы хотите как-то... Нет, мы же работаем не только с блогерами, да, мы работаем с видеорекламой в соцсетях, в Ютубе, на сайтах, то есть это отдельная история. С видеоблогерами это такой инфлюенс-маркетинг, да, то есть когда он уже что-то от себя рассказывает о каком-то бренде. И здесь результаты, они действительно всегда очень разные, и навряд ли в 2018 году что-то в этом смысле изменится. То есть с блогерами не ждать никаких изменений. Ну, может быть, новые блогеры, какие-то новые звезды, и они будут как-то по-другому коммуницировать со своей аудиторией. Ладно, спасибо большое, что ответили на вопросы. До свидания. Очень рада.